Дмитрий Алиев стал гостем шоу Ивана Урганта на Первом канале. Вместе с другими российскими фигуристами, победившими на чемпионате Европы, уроженец Ухты рассказал, как встречал их австрийский Грац. И, как выяснилось, отнюдь нерадушно. Так, в отеле, где проживали наши спортсмены, не было горячей воды, а сам каток оказался стихийным. Его соорудили под шатром на месте обычного рынка. Впрочем, несмотря на это, лед оказался там более чем приличным. В связи с этим у Ивана Урганта сразу возник вопрос к нашему Диме, ведь хорошо известно, что свои первые тренировки он проводил на замерзшем озере. Дима ответил как настоящий мужчина. У меня первые тренировки все были на озерах, и меня спросили в Грации как раз про вот это все качество, про сам каток, нравится ли или не нравится. Я ответил так, что если человек захочет стать чемпионом Европы или захочет завоевать этот титул, ему не важно, будет на озере он будет кататься или все-таки он будет кататься в комфортных условиях. По мне, так чем хуже, тем я как-то более комфортно себя чувствую. Чем хуже, тем лучше. Нелегко пришлось спортсменам и во время самого выступления на чемпионате Европы. Так, в раздевалках было холодно, а на льду, наоборот, очень тепло. Из-за такого перепада температуры многие фигуристы заболели. Впрочем, наших чемпионов это не коснулось. А в конце их и вовсе ждал бал. Танцевать пришлось вальс. И для этого они были вынуждены немного потренироваться. У вас нет коньков. Ну, дайте нам хоть какой-то шанс. Скажите, что вам трудно было танцевать без коньков. Нам было очень трудно. Правда? Ну, представляете, вот Ваня Букин, да, фактически на улице меня и Диму Алиева учил танцевать вальс. Ну, мы же не должны прям были... так и было. У трамвайных путей да. Мы стояли, вальс танцевали. Я потом это... Слава богу, без камер никто не снимал. Но... Просто три парня танцевали вальс у трамвайных путей. Ну, это Австрия. Они не удивились, они сказали. Странно, что их всего трое. Замечу, зрители очень тепло восприняли эфир с нашими выдающимися фигуристами. В комментариях к видео спасибо авторам шоу за то, что позвали классную молодежь. А Диму Алиева отметили особо. Цитата: «Не пасовал перед Ургантом, а сжег